всякий случай, чтобы он не обижался, я бы хотела, с вашего позволения, открыть отзывы. А вот до-после фотографии, которые я вижу в нашем... Так, вот здесь, да, были? Сейчас, извиняюсь, тут, вот так просто. Вот это фото выбрали. Здесь видно, да, вот это какое-то покраснение, здесь больше у меня шпировку видно, что действительно разглаживание произошло. Такой тон выровнялся. Спасибо за фото. Давайте еще посмотрим. Где у нас есть то после? Вот Венера. Вы, кстати, обязательно используйте эти посты. Сделайте пост-отзыв. Это будет очень классно работать. У вас пойдут продажи на ампулы. Здесь осветлилось лицо. Тоже подметные пятнышки осветлились. Классно. И тоже носогубка. Видно, что подтянулась. Вот здесь вот тоже морщинка менее заметно стала. Вам. Так, еще здесь, да, Елена Ким. Вот, кстати, Елена Ким написала про этот эффект, что стала косметика наноситься лучше. И вот ее до-после. Потому что кожа стала более упругой, подтянутой. Пигмент на лице значительно посветлел. Здорово. Ну, продолжайте пользоваться, Елена. И совсем, да, чтобы избавиться от пигментации. Ну, конечно, мы полностью не избавимся, но осветлить, осветлить. Так, вот наши звездочки, семейная пара Юлия и Владимир. Ну, после они делали выше. А сейчас еще скроллим. Так, вот Ульшаш. Так, видно, что сильно кожа напиталась. Вот что, да, здесь такая кожа более к сухому типу ближе, а здесь уже напиталась кожа, тоже за шеей. Видно, что ухаживаете после массажа Мадин. Я думаю, что еще лучше ампулы впитались. Супер. Результат у вас. Я вижу прям вот эти вот складки, да, они намного стали лучше. Супер, вы прям помолодели. Так, наша Эмма. После прохождения марафона кожа увлажнилась, сузились поры, а также цвет лица стал заметно светлее. Да, это видно. Мы рады за вас, Эмма. Продолжайте с нами марафон, чтобы поворачивать время вспять. Видно, что да, снова лицо хорошо увлажнилось и действительно светлее стало. Так, а вот еще, да? Фото до после. Классно. Так, следующие. Есть еще. Иногда скидывали ссылки, просто они не открываются здесь. И здесь открывается именно, кто скидывал фото. Наверное, дальше уже пошли только ссылки, да? Угу. Хорошо. Так, я же малость. Это старое сообщение. Если кто-то еще хочет что-то сказать, будем рады послушать. Так. Ну, я могу еще тоже сказать. Ну, давайте, да. Юля, вот Юля. Юля. Всем привет! Все уже такие родные. Каждый день в течение 20 дней виделись с вами утром и вечером. Спасибо большое за марафон, Мик. Я тоже хотела поблагодарить, потому что я поняла, что вот такие вот марафоны, которые вы устраиваете, да, насколько они эффективны для людей и насколько это повышает эффективность. Потому что вот столько благодарности просто, наверное, самостоятельно я бы все равно это делала. Хотя у меня есть ритуалы утренние и вечерние,
Но мне кажется, что утром я бы, наверное, иногда не наносила ампулу, если бы мне нужно было фотографироваться. Вот. И сейчас на себе я вижу действительно результат. Но на ампуле второй и третьей у меня были высыпания, и это было видно даже по фотографиям, как реагировала моя кожа. Иногда мне даже не хотелось наносить. Хотя вот третью ампулу, вторую ампулу, да, вторую, третью по счету, но второй номер два, то есть золотом ампулу я очень ждала, потому что знаю, насколько эффективность от золота идет, но моя кожа вообще меня не радовала на тот момент. И я все-таки продолжала использовать, и я очень рада, что я использовала ее до конца и понимала то, что это накопительный эффект. Я тоже поделилась в этом в Инстаграме своем, чтобы другие люди знали. Некоторые начинают пользоваться и видят, что есть какая-то реакция. Они бросают и думают, что все, это им не подходит. Вот. Но на себе я прям почувствовала, когда последнюю ампулу начала использовать, что все это у меня внутри уже напиталось, что это работает. И сейчас я действительно радуюсь тому результату, который я имею. И я прям буду со всеми этим делиться искренне. И еще я рада вообще возможности поучаствовать в этом марафоне, так как ампулы нам подарила Татьяна с Южной Кореи. И это прям такой подарок шикарный для любой женщины. Вот, и делиться прям буду со всеми, потому что я не ожидала такого эффекта. Я вот чувствую, как моя кожа стала намного лучше, да. То, как девочки говорят, что ложится косметика, база, там, неважно что, кушон намного лучше и эффективнее. И это я прям сама чувствую по себе. Поэтому спасибо большое за такие марафоны. Мик, я тебя очень благодарю, потому что это делается с вашей стороны настолько от души и искренне, потому что мы все это чувствуем. Спасибо за заботу. И вообще я заметила, все атамьянки, кто приходит, какие они были, то есть когда мы знакомимся, да, и проходит время, какие они становятся. Это так классно. Вот они становятся красивее, прям и видно, что это такой уход, омоложение происходит. Я это особенно замечаю. Вот у нас есть Маргарита, с которой мы работаем в центре. Когда я ее впервые увидела, как она сейчас выглядит, и даже те люди, которые знают ее давно, если не видели, то они прям поражаются. Поэтому я благодарна Томе, благодарна вам, Мика. И, Катюша, я тебя тоже очень благодарю за то, что ты так классно это все вела. Спасибо большое. Все девочки, спасибо, было очень приятно с вами проводить время, видеть вас всех и видеть результаты. Это больше еще мотивировало на протяжении 28 дней. Спасибо большое, Юля. Так. Могу я хочет сказать? Да, сказать, поблагодарить. Да, как Юля сказала, ну, во-первых, хочу поздравить всех девочек, то есть двое с нашей структуры, с команды Татьяны, Тамары, Милану, Альбину и других девочек. Да, мне очень тоже понравилось участвовать в марафоне, еще в том марафоне, который я проходила «Анатомия стройности», где там подарки. И действительно, вот эти марафоны, они как бы сближают, и ты не только с продукцией знакомишься, но ты еще понимаешь и в плане бизнеса там какие-то вещи. Вот для меня тот марафон «Анатомия стройности» был именно вот, потому что я понимала, в «Атоме» это не на спринт, да, то есть это не на короткую дистанцию, это именно вот марафон долгую. И я вот понимала, думаю, дойду я, не дойду. И я вот когда дошла, я думаю, да, все, значит, я здесь точно в «Атоме» тоже дойду. И мне нравятся, да, вот эти наши марафоны. У нас еще там у одной не получилось участвовать, и я ей говорю, давай, не начинай пользоваться, будем вместе в марте. Я говорю, потому что, когда ты именно в команде, это очень интересно, потому что ты видишь результаты других людей, да, ты можешь даже не своим результатом, а результатами других людей поделиться. И потом вот эти эфиры от Мадины, да, мне тоже очень понравился массаж. Честно скажу, правда, я его не применяла, но думаю, в марте я вот именно хочу, чтобы с массажем, потому что другой уже эффект, когда ты вначале массаж делаешь, потом эти средства наносишь. Большая благодарность всем. Вот Татьяне нашей за ампулы и бустер. Вам, Мика, за подарки такие крутые. Я вообще
понимает, что о Томе это, как вы в песне спели, дарить. То есть в первый год я, например, получала, да, я действительно в жизни столько подарков, как в Атоме, я не получила. А сейчас у меня уже такое желание, наоборот, дарить людям. То есть вот у меня в марафоне в этом анатомии стройности уже партнеры тоже желают и будут участвовать. Так что очень круто, что мы здесь находимся. Спасибо. Катя, отдельная благодарность за то, как Катя вела учет. И я думаю, что мы с Катей продолжим сотрудничать, да? Вы согласны еще раз взяться за учет уже в марте? Да, за учет, за январь мы подарили Кате ампулы Синергия. А вы можете выбрать Аделику или ампулы снова. Что вы хотите? Не ампулы. Ампулы, да? Хорошо. Аделика у нас есть, мы с командой купили. Тоже не стали. Хорошо, да, ампулы ваши. Катерина, спасибо вам. Продолжим. Что вы это делаете очень круто. И хочется, да, чтобы, может быть, и больше, еще больше людей присоединиться после таких отзывов, которые вы нам оставили. Так, если кто-то желает выступить, мы слушаем вас. Если нет, то мы будем заканчивать. Кто смотрит в записи, сегодня было 4 победителя. Так, Милана у нас выиграла ампулы, 4-ступеньку Альбина, фейм-набор Альфия и Аделику Елена Хан. Да, не расстраивайтесь, кто не выиграл. У нас есть следующий марафон, где мы, конечно же, тоже будем разыгрывать подарки. Количество подарков будет зависеть от количества участниц. В этот раз было такое максимальное количество участниц, поэтому так много подарков. Обычно мы там 1-2 разыгрывали. Будем рады, что если добавятся еще мужчины, вот я хочу Владимира подбить прям, чтобы он участвовал в мартовском, он сам уже даже не против. Да, мы будем в это время в Турции и тоже будем участвовать. Я сама проходила. Ника, можно я скажу? Я забыла поздравить девочек. Вот я сейчас вижу Альбину, Милану, Елену Хан и Альфию, по-моему, не вижу. Я очень-очень рада за вас, за такие классные подарки. Ну, для нас, я думаю, что вот тех, которые не выиграли, выигрыш в том, что мы прошли этот марафон, мы получили массу удовольствия и результат. Вот это вот самое главное. Но, конечно же, то, что выиграли подарки девочки еще, это вообще круто. Поэтому делитесь потом с нами теми отзывами, которые вы будете получать. Ну, вот я прям... Альбина еще, это мой партнер. Я прям очень-очень рада. И за Милану тоже. Да, потому что мы вместе у Тани в одной структуре. Мы часто видимся. Поэтому прям очень-очень рада. А, Мик, я знаю, что ты всех, кто приложил руку, Катю, Мадину, то, что она проводила обучение по массажу, вы тоже подарили подарки, и насколько это с вашей стороны заботливо для нас, спасибо огромное. То есть мог бы марафон просто проходить так, да, но ты постаралась максимально его вот эффективно улучшить именно во благо нашего, поэтому это очень ценно, спасибо. Спасибо, Юль, ты все замечаешь, да, на самом деле организовать марафон, когда еще много участников, не так просто, я понимала, что я просто не справлюсь одна, мне нужна помощь. Помощь пришли Мадина и Екатерина. Вам большая благодарность, что я могла заниматься, да, своими делами, своей работой, а вы уже более так помогли в своей сфере. Огромное спасибо. Да, и это тоже понимаю, что командная работа, да, что команда организаторов есть, и когда команда еще участниц, это тоже команда, и вы сами друг друга мотивировали, сами отправляли фото, вот когда фото отправляется постоянно, тоже уже идет большая мотивация, показывает, что все, все работают, все включены, да, и это... Но вы же могли попросить их просто помочь, вот я про это,
И ни одна бы из них не отказала, сделала бы это с удовольствием. А то, как вы относитесь к своим партнерам, и это не в обязательство, а именно поощряете ими такими классными, дорогими подарками, это очень приятно. То, что так справедливо прям относится и с такой ценностью каждому человеку. Мы это все замечаем и ценим. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. На подарки на следующий марафон мартовский. Я думаю, что мы оставим Аделику и ампулы. И посмотрим уже на количество. Если будет тоже хорошее количество, думаю, ставим набор Flame на 4 ступеньках. Возможно, добавим еще дорожный набор Flame. Ну и посмотрим еще. Очень нравится дарить подарки, особенно Томе. Все обрадовались этим подарком. Думаю, что хороший вариант. Возможно, еще что-то придумаем. Посмотрим. Есть еще кисти у нас в наличии сейчас, Делика. Возможно, вам будет легче привлекать на мартовский марафон, если что-то будет еще такое, да, из новинок. Возможно, кисти Аделика мы поставим вместо чего-то. Или плюсом. Так, Наталья Сергеева, включай микрофон, Наташа. Всем добрый вечер. На самом деле, да, вот я вот смотрю каждый день, смотрю лица, какие как меняются, вот, и каждого там, ну, все равно у каждого на самом деле есть изменения по коже, это вот прям видно. И вот по своей хочу сказать коже. Ну, вообще косметика, вот эта вся зашла мне. Любая ампула мне вся подошла. Но я заметила, что именно с золотом как-то кожа, она просто, ну, нереально то, что светится. И как-то... И последняя ампула. Люди как-то замечают, смотрят, не отрываются. Ну, те, которые меня хорошо знают, и прям так и говорят. Не могу оторваться, кожа прям совсем другая. Вот. А по себе заметила, я сделала фото. Ну, я не делала такие массажи, которые вот там, ну, то, что Мадина, да, там было же видео, да? Я просто вот наносила. Но я заметила, даже по фото видно, что как будто небольшой был перекос. Ну, он есть, у меня небольшой перекос, потому что я с детства как-то с подросткового возраста ухмыляться стала на один бок, и у меня как-то вот морщинка получилась с одной стороны. Вот. А этот перекос, он немножко сгладился, и как будто вот ровнее лицо стало. Вот это я заметила. Ну, вообще хочу поблагодарить всех, да, Мика, Владимира с Юлей хочу поблагодарить, потому что они мне дали такой, ну, такую возможность участвовать в этом. Я вообще не ожидала, конечно. Очень хотела, но думала, когда-нибудь. И еще марафон. Все-таки, наверное, если бы у меня был такой набор, я сама себе когда-нибудь все-таки как-то купила, приобрела, я бы, наверное, очень его экономила и очень по чуть-чуть совсем использовала. А тут раз марафон, тут надо. И эффект, конечно, ну, надо вот именно, ну, как надо. Вот в неделю ампул, на самом деле. Прям не жалеть. Тогда эффект. Вот так что вообще здорово. Спасибо большое. Очень благодарна. Даша, кстати, Даша очень сильно помогает нам с отправкой подарков. Вот кто участвовал, 12 подарков до Нового года. Розыгрыш Инстаграм. Наташа, еще не прочли? Написала Нет, посмотреть. я там же мне, наверное, трек-код надо, чтобы я отслеживала тоже, А, где точно, точно. находишься. Трек-код отправим. А, я Ну, отправила они звонят. подарочки. Да, там есть набор Аделика, кисти Аделика, в общем, подарок за твою помощь в А, отправке этих подарок, да. Так что, мне? да, тоже ждем обзор, уже посмотришь, как косметика декоративная ложится на обновленную кожу и в А у меня вот марте. буквально так, в субботу, по-моему, да, в субботу как раз был мастер-класс, и одна девушка так посмотрела на меня серьезно и говорит: «А когда у нас будет?»
мастер-класс по декоративке. Я говорю, ну, пока не будет. Теперь будет, да? Видимо, да. Сказала. Спасибо большое. Так, сама я хотела показать вам свою амбулу. Вот третья у меня еще не закончилась. Чуть-чуть осталось. Я ее так тоже, да, одну помпу на раз. Чуть-чуть осталось. У кого осталось, тоже добиваем до конца уже. Потом их можно всех сполоснуть и сдать как стекло. Так, Альбина пишет, визуализация хорошо работает. Я видела сообщение от Мариам. Мариам предлагает сделать обязательным пунктом, да, для участия, чтобы в правилах прям прописать. Вот, делайте массаж. Давайте действительно сделаем такое, чтобы не просто ампулу нанести, она же должна еще впитаться, чтобы дать эффект максимальный. А иногда торопишься и не можешь не сделать. Как просто это проверить, что человек делает массаж? Вот если есть бустер, как бы там можно просто с бустером фотографироваться, да? Он и так помогает впечатывать ампулу глубоко. А массаж тоже это делает, но это нужно уже как-то контролировать. Видео, да, скидываю. Кстати, в Телеграме есть такая функция, да, что в чат просто... Вот наш в чат тоже сейчас открою. Вот здесь есть фото, иконочка. Можно сделать или фото, или... можно не фото, кстати, сделать, а именно видео, если зажать эту кнопочку. Сейчас вы в чате увидите меня. Если зажать кнопочку фото, то пойдет видео. Можно, в принципе, сделать такое, да? Будет прикольно. Такой вот кругляшочек будет в группе виден, активный, где можно вот так принимать уже. Это будет круто тем, что там вот на этом кругляшочке написано время отправки. И действия, да, что идет там массаж, например. Почему бы нет? Вы за? Кто за? Екатерина, как думаете? Так, я пишу, я вместо бустера использовала аппарат Динас. Ну, можно, да. Какой-то роллер можно или этот гуаша, что вы используете. То есть, чтобы... Да, кто массаж делал, да? Кто бустер, например, да. Угу. То есть, нужно это отправлять в видео. На видео видно, а так можно просто уже сфотографироваться. Да. С бустером, что не делаешь ничего. Да, точно. Классная идея. Вообще мы идеи все приветствуем, особенно те, кто проходил. Получается раз в день, да? Массаж? Нет, каждый раз, когда ампулу наносишь, чтобы максимизировать проникновение. Там уже не обязательно, да, сколько времени. Главное, массаж показать. Так, я вижу Наталью Цой. Наталья. Хотели поделиться тоже, да? Здравствуйте, девочки. Я быстро скажу, потому что, ну, уже время, да, много. Я же... Мика, может, вы помните, я вот даже вам там спрашивала. Такое бывало, когда вы приезжали в Бишкек, мы с Миланой сидели, и я вам говорила, Мика, такое бывало, чтобы вот Атоми никому не подходило? Не знаю, помните вы, нет? Вы такая еще, ну, не знаю, нет такого, ну, чтобы вот так вот. Я еще вам говорила, мне даже абсолют не подходит. Ну, мне реально не СПФ, вот Милана все говорит, вот вы тоже. Ну, как так? Ну, работать в Атоми, да, и ничего не использовать. Мне вот единственное, что подходило, это вот СПФ абсолют, и то как бы редко. И вот перед этим марафоном, ну, уже этот марафон отключили, ну, я прям вот уверена была, что мне не подойдет, потому что везде идет раздражение. И Милана такая говорит, наверное, вам не подойдет, потому что там первые, ну, типа увлажнения, это, видимо, как эссенция тонер. И мы начали, когда использовать, мне реально не подходило, мне не, реально вот пошло раздражение. Я думаю, как так? Ну, я буду. Я наносила, ну, потому что с бустером все наносила, и чтобы, ну, как бы, типа я вот и сделала, я и сфоталась, отправила, потом умывалась. Ну, если так, да, честно. Потом, я сделала эту неделю первую ампулу, вот это, нулевое увлажнение. И потом уже я так поняла, что мне реально нужно было этот период пройти, когда вот оно все щипит. Видать, у меня это была адаптация. И на второй ампуле просто эффект у меня бомбически пошел. Я уже все, прям каждый вечер прорабатывала с бустером. И утром тоже, на совесть все делала.
И раньше я из-за того, что у меня такая кожа была, ну, я сама в атоме, да, и я не могу, ну, как пример, да, там не могу нормально, люди ну, так на меня смотрят, а я им там про нашу уходовую, там они так стоят, думают, ну, что ж ты сама-то. И я раньше, мне тоналки, я вот дороже беру, потому что, ну, не ложатся. Не, еще дороже беру, уже Dior попробую у сестры, у другой то пробую, ну, подобрать. И уже нашла там увлажненную. Сейчас дешевая тоналка за там 400 рублей, которая у дочки, моя кончилась поезд. И настолько кожа, да, напиталась, и сейчас у меня эта тоналка, даже ее дешевая, я прихожу, и мне все говорят, ой, там, и сегодня у меня такой комплимент, я говорит, не пойму, ты что-то молодеешь, молодеешь. Ну, я такая говорю, атоме, я же в атоме, она такая, а, ты то, что ли, там? Ну, в общем, посмеялись. В общем, сегодня такой комплимент у меня был. И действительно, когда кожа, там реально любой тональный крем, он ложится. А вот раньше, я же говорю, все дороже и дороже брала, ничего не ложилось. И вот это я хотела вас тоже поблагодарить. Всегда, Мика, на вас, когда смотрю в зуме, я вас вспоминаю, вот вы как вживую, помните, я еще сказала, вы вживую красивее. Вот вообще у вас такое обаяние, это вообще просто ваш голос, ну реально вживую, прям я вот тогда вот вас влюбилась. Прям вот, ну до этого же мы смотрели же зум и все, и как-то, ну Мика и Мика, да, как бы привычно. Ну вот когда вживую я с вами пообщалась, вот реально ваше вот, я даже не знаю, что от вас исходит. Этот голос, ну, спокойствие, ну, и красота тоже. Фигура у вас красивая. В общем, Мика, это спасибо вам большое. И, ну, не знаю, я буду участвовать еще раз в этом марафоне. Ну, может быть, осенью, но весной, наверное, нет. Да, ну, теперь я решила участвовать в марафоне стройности, потому что я поняла, что нужно, когда тебя спрашивают. А так я бы, наверное, тоже расслабилась. Я 2 недели прям лежала, сильно болела, и вот это все. С таким лицом фотолась, ну, как бы. Но это все равно было, да, отчет. И я вот поняла, что нужно именно в марафоне. Когда вот команда, и когда именно тебя спрашивают результаты, ты не от фонаря вот так вот, а именно все ты. Ну, и ампулу, да, тоже. Мы же, там можно было сказать, вот я фотоюсь, и все. Но она должна же как-то уходить, допустим, если ты... Ну, короче, это вообще классно. Я еще так подумала, надо же, как классно придумали. Так просто. И так оно все дисциплинирует. В общем, спасибо вам огромное, Мика. Спасибо. Я очень рада, что участвовала в этом марафоне. Спасибо большое. Можно ваше фото показать? Да, сейчас. Далее вот это прям фото. Классно. Видно, что кожа так увлажнилась. Да. Ваше довольное лицо. Нет, видно, что такое уверенное в себе. Я, знаете, еще как, я хотела, ну, как бы, можно же было для Инстаграма, для своих там этих каких-то отзывов сделать фото себя с фильтром. Я прям специально вот весь месяц, у меня была отключена камера, ну, честно, даже для себя, не хотела, да, обманывать как бы саму себя. И я вот реально это все без фильтров. И даже сейчас без фильтров у меня кожа на свету лучше, чем с тоналкой. Супер. Вам подходит только люкс. А, и, кстати, мне Милана сказала, Наташа, значит, вы дорогая женщина. Точно. Ну, значит, вам... Вот это вот точно ее слова были. Да, это правда оказалось. Потом я вам только... После этого, я думаю, уже попробовать абсолют. Ну, как бы, теперь я уже думаю, возможно, моя кожа что-то примет. Потому что это все прошло уже. Если какое-то время была реакция, но вы продолжили пользоваться и успокоилась кожа, да? Да, я прямо целенаправленно, вот нулевая ампула, у меня такое раздражение было, я даже Миланке вот так фотола, вот так отсылала, она говорит, ужас. Ну как так? Ну вроде бы просто увлажнение. Ну она тоже всегда за меня, потому что, ну как представители, да, дистрибьюторы, и я не могу нормально выглядеть. Ну кожа видно, да, что была сухая. А теперь вот реально у меня видно, что я уже, что блеск появился, тут упругость. В общем. Ну, спасибо, Мика. Рады за ваши результаты. Спасибо, что поделились.
У нас еще одна рука, Альфия, включай микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте всем, добрый вечер. Хочу сказать спасибо большое, было неожиданно приятно, я даже не ожидала получить подарок, на самом деле я участвовала даже не ради подарка, а вообще ради того, чтобы стать еще моложе и красивее, и вообще в команде это было намного, на самом деле, вот, эффективнее, потому что я не знаю, я бы, наверное, тоже пропускала, если бы не марафон. Точно пропускала бы утром, точно я бы не наносила. Поэтому такие марафоны действительно дисциплинируют и дают более сильный эффект. Ампулы мне подошли все абсолютно идеально. У меня не было никаких проблем с высыпанием, не было никаких проблем вообще с ампулами. Она, наверное, тоже дорогая женщина. Но до этого я уже давно пользуюсь абсолютом, поэтому, в принципе, я прям такого супер-вау-эффекта не видела, но знакомые мне говорили: Альфия, у тебя прям заметно кожа изменилась, что ты делаешь? Такое было. Спасибо еще раз всем Нике за организацию, Екатерине за учет баллов, за то, что нас контролировала. Всех девочек еще раз поздравляю, за всех очень рада. Спасибо большое, очень-очень рада за все. У меня немножко голос после болезни еще. И волнуюсь. Да, я... Спасибо, да. Даже несмотря на то, что так сильно переболела, не пропускала, делала отчеты. Подарок заслуженный. Спасибо большое, Ника. Очень приятно. Спасибо всем. Девочки, всех поздравляю. Буду обязательно еще участвовать. Кто не знает, у Альфии взрослый сын. Ну, даже не скажешь. Альфия молодится, как только может. Мне многие, кстати, говорят, что не верят, что уже такой взрослый сын, что 40 лет. Мастер продаж, да. Ну, я всем говорю. Все благодаря Томе. То, что так о Томе работает. Но это на самом деле действительно так. Я вот заметила сильный результат после того, как начала пользоваться продукцией о Томе. И не жалею продукцию, а там и на себя. И снутри все витаминки пьем, и снаружи, да, как говорится, и декоративную, и уходовую косметику использую всю. Спасибо за отзыв, Альфия. Александра Ким тоже заметила, когда страничку смотрела, Альфии, что Альфия везде очень хорошо выглядит. Спасибо. Милан очень пишет, приятно. Если мы пользуемся Томи, по-любому мы все дорогие женщины. При этом экономим еще, да, на косметологах. Такой более дорогостоящей косметики. Или Ким пишет, может, фото совместно сделаем с коробками, нашим ампулами. А я всегда за фото, кто хочет, присоединяйтесь, сделаем фото. С коробками, да? Можно я еще хочу? Да, давай. Вот насчет марафонов, да, вот я, например, в прошлом году же участвовала в анатомии стройности, и когда в этом году в марте, я думаю, ай, не буду участвовать, у меня вес нормально, зачем? А потом, когда начали интересоваться партнеры, там же программа уменьшилась, один месяц стал, и я вот решила поучаствовать, думаю, не буду там, ну, где-то, может, правильное питание, там, чай возьму, да, но я поняла, что надо изнутри смотреть, потому что я не знаю, как программа там, каким образом вот это все будет, и чтобы рекомендовать кому-то, да, другим людям, потребителям, тот должен этот именно изнутри вот это все пройти, и я думаю, значит, я тоже поучаствую, как бы нету именно цели сбросить, но уже именно как человек, чтобы понять, какая это программа, каким образом это все будет, чтобы я уже другим могла это все рекомендовать. Хотя в плане сброса веса у меня уже есть результаты, многие, как бы видя меня, вот хотят тоже участвовать. Так что надо обязательно участвовать нам, чтобы не только мы, и своим партнером делиться с потребителем. А любые советы, рекомендации по организации только приветствуются, как лучше сделать, тем более, кто уже проходил марафон, уже понимают, да, и могут ставить свои 5 копеек, потому что это все очень ценно, а со стороны виднее, да, или когда участвуешь, тоже виднее, как вообще лучше. Поэтому пишите, все услышим, все будем применять, вот как, например, Мариам, да, предложила видео отправлять, видеоотчет. Почему бы нет? Или можно... Да, видеоотчеты, да, сделать. Не комбинировать фото в видео, чтобы не путаться. Просто видеоотчеты, тем более Telegram позволяет.
отправлять. Вот как я вам показывала, да, сейчас давайте я прям в группу. Оказывается, я Екатерина отправила публичку. А в группе вот так, где фото прям зажимаем, там вы появляетесь, и вот здесь уже можно, да, показывать. И ампулу показать, и бустер там, если есть. Если нет, то показать, чем вы пользуетесь, массаж. Вот просто отправляете этот ролик, он появляется уже вот так вот в группе. Я так для примера отправила, только в таком кругляшочке уже со звуком. Там видно время отправки. То есть вам не нужно отдельно делать фото в галерею в телефон, а потом отправлять. И еще Екатерина сказала, что не обязательно, да, писать имя, фамилию, дату, время. Нет, нет, имела в виду, вот многие на фото отправляли, то есть фото и внутри, как я тоже вставляла, там вот Наталья, Мадина, потом бывает, что в поиске их не найдешь, то есть если вот как хэштеги делали, тогда их в поиске видно и можно потом проверить, то есть иногда бывает, я где-то ошиблась, и чтобы некоторые не могут ответить, и чтобы я даже не спрашивала, могла в поиске найти, вот некоторых я так, таким образом проверяла. То есть, а когда фото, на фото вы вставляете, нет, не находишь в поиске. А видео, ну, видите, тоже не будет, да. Видео, наверное, не будет в поиске отображаться. Месяц, да. Да, вот насчет видео, да, я не знаю, как потом вот проверять это. Тоже подумаем, посмотрим. Да, может быть. Все-таки фото оставим. Одно фото, одно видео, может быть, так? Фото утром, вечером. Может быть, массаж раз в неделю хотя бы сделать, показать. Можно сделать во время зума обязательным, да, присутствие всех, и чтобы все еженедельно сделать. И за это баллы, да. За это баллы, да. Классно было бы, да. Так, хорошо. Месяц длится, Венера спрашивает, все будем в марте. А, да, месяц тоже март. В марте у нас и марафон стройности, и марафон ампул с 1 по 30. С 1 уже вот так вот, как сегодня, встретимся, результаты обсудим, розыгрыш делаем. Да, будем изнутри оздоравливаться. Точно, да. Снаружи. Я в командировке буду. Как я буду участвовать в рабочей марафоне стройности? Там надо будет готовить, да, ПП? Вот этим проблемы будет. Готовка. А, ну если, в принципе, у вас ПП-меню и так, то есть вы ничего такого вредного, жареного, там, жирного не кушаете, то можете фотографировать то, что у вас там в дороге. Заказывайте там салаты такое. И жизнь, да, это можно будет фототь. Да, у нас мы делали фото своей еды, то есть делали коллаж, завтрак, обед, ужин. И отправляем в группу тоже ежедневно. А насчет тренировки у нас будут, как это, или ходьба в марте, что там будет? Да, ходьба останется и тренировки. Вот диетолог отправила, она прям свои тренировки сама на себе показывает. Она еще и тренер по фитнесу. Она еще будет спикером. Ее зовут Айна, она со Астаны. Вот, она уже подготовила такие ролики, они на разные группы мышц. То есть там где-то на прессы, тут где-то на руки, там классные упражнения. Я посмотрела сама и мне понравились. Да, мне тоже. Венера спрашивает, какие были ваши результаты. У нас одна участница сбросила, сколько? Много сбросила. 15, что ли, килограммов. Она прям активно худела, и не получилось. Больше 15 килограмм у нас просят. Остальные уже поменьше. У меня по весу мало было, сколько там, 6-7 килограмм, но зато у меня в объему уменьшились, потому что у меня 46-й был, сейчас вся одежда меньше, где-то 44-42 даже бывает. То есть хороший результат. Потому что все, кто меня видит, говорят, похудели. Ну, это тоже очень много, 6 килограмм. Тоже нормально. Ну да, в принципе. Я хотела 5 килограмм скинуть для начала. Я хотела бы 3 скинуть. Да, там есть список, какую продукцию нужно успеть закупить.
Вообще хотели в феврале начать, но из-за вот этих событий в Казахстане, потом из-за того, что многие в других странах, и они долго получают, особенно Турция, да, не могут получить быстро, делали в марте. Там есть псилиум, наши коктейли, которые заменяют протеиновые приемы пищи. Что еще у нас? Файнзайм. Ну вот кто именно худеет, тому файнзайм. А, так, не могу найти. Ну, в общем, мы сократили количество продукции, в прошлый раз было больше, для того, чтобы все смогли поучаствовать, да, без ущерба, чтобы, ну, никто не чувствовал, что чего-то не хватает. Да, коктейль, Balance Life сказала, пуэр-чай еще будет. Пуэр-чай тоже для худеющих. Обычное желе по возможности, не обязательно. Вот, и кто набирает вес, как я, например, да, для вас есть у нас рамен, есть... морская капуста, чипсы, орешки. Вы можете все заказывать, то, что с раздела питания, и пить. Так, кто проходит марафон, вы можете, кстати, выбрать ампулы одного цвета. Там, например, есть же у нас представлены на сайтах России, Казахстана, Кыргызстана ампулы только, ну, 0,1 нету, там только 2 и 3. Если вам понравились золото или розовая, последняя ампула, можете только их взять. Они чуть дороже по цене, чем вот эти разные ампулы будут. Но если вот вам понравилась только одна ампула, можно одной ампулы, одного вида ампулы 4 недели пользоваться. Там ни одного цвета идут. Если вам понравилась, например, только 0 ампула, и вы хотите ей пользоваться, то на корейском сайте есть такая возможность. Только ампулой 0 пользоваться весь месяц. Или ампулой 1, да, которая с витамином С. Она такая, она не всем нравится, эта ампула, она такая немножко липкая, к ней нужно привыкнуть, но она очень крутая, то, что с витаминами, вот как говорили, да, отзыв сейчас, что сразу виден эффект, то есть осветление дает эта ампула, пигментация тоже у нас осветляется, классная ампула. Но мне нравится самой, если честно, именно разными пользоваться, когда ты в следующей неделе уже другая новая ампула, новый цвет, новая текстура. Мне такой вариант больше нравится. Венера пишет, мне бы хотя бы 5 скинуть. Да, вы скинете. Да, главное придерживаться правил марафона, стройности. Все получится. И водный баланс будет у нас, и ходьба, да. Ой, Юля, мы заболтались, хотели же сфотаться с ампулами. У кого есть ампула, у кого коробочка, у кого и то, и другое. Можете, да. Ника, посмотри, пожалуйста, вот если мы будем вот так держать, например, коробку, потому что она совсем красиво, да. Да. Вот если просто вот не так, у всех есть. Да, да. Если у вас есть, то да. Супер. Так будет видно, наверное, больше. Да, вот Мальбина вижу тоже так. Потерялась, возможно, уже, да, эта бумажечка, можно без нее. Да, кто-то еще идет, я вижу, Альфия идет за ампулами. Ждем. Так. В общем, все, что угодно можете взять под руку. Главное, чтобы связано было с ампулами. И делаем фото. Скину в группу. Да, вижу, Мариан готова, Альфия тоже готова, все готовы. Гульнара, где ваша ампула? А вот, все, вижу. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично, я думаю, что получилось. Сразу в группу. Всем спасибо, что вы пришли, так классно пообщались. Да, вот отправила. Все, все победители, пожалуйста, мне напишите в личку, чтобы узнать, как получить подарки. Кто в Алматы, сразу говорю, что в центре Арман Стар уже ваши подарки есть, вас ждут. Я напишу Алтынгуль, она будет оповещена. Остальные, кто иногородние, напишите мне в личку, подумаем, как вам лучше отправить, как быстрее. Подарочки. И уже тогда встретимся на следующем марафоне.
Всем пока. Спасибо за ваш отзыв. Спасибо большое.